Всем привет, друзья, с вами снова Артишок. Мы провели с вами голосование в группе, и вы пожелали увидеть билды для магов на среднюю линию. Поэтому мы начинаем. Пятый сезон только-только наступил, а с ним вступили в силу изменения карты завоевания, баланса богов и предметов. Я все так же взял материалы с сайта esports.smitegame.com, где они предоставили разные варианты сборок для магов на среднюю линию. Попробуйте их, оцените. Проверьте их на ваших любимых магах и посмотрите, насколько вы будете эффективными с данными сборками. Билд, который подойдет для большинства магов. На старте мы покупаем Mage Blessing плюс Spellbook. Далее фармим на Shoes of the Mage, после чего мы дофармливаем Book of Thoth и приступаем к покупке Spear of Desolation. Далее идет Ethereal Staff и Obsidian Shard. Эта сборка работает практически для любого мага. Она обеспечивает хороший стартовый дамаг и низкий стартовый кулдаун, любезно предоставленный нам Spear of Desolation. Если вы играете богом, который не использует много маны на ранней стадии, например Сцилла, или тот, кто в большей степени получает дополнительный ранний урон, который ему будет обеспечивать стаки на Book of Thoth, например Кукулькан, вы можете пропустить Mage Blessing и поспешить с покупкой с книгой Тота. Вы также можете заменить Book of Thoth на Warlock Staff, если думаете, что у вас будет длинный этап начальной игры, в который вы гарантированно сможете его настакать. И также не забудьте собрать Divine Ruin. Если во вражеской команде есть персонажи, которые имеют способность исцеления, это эдакая обязанность мага иметь данный артефакт для команды. Билд на лайфстил. Мы могли бы просто назвать этот билд Anubis Build, так как эта сборка адаптирована на него. Но если вы хотите, вы можете попробовать использовать данный билд как на Соль, на Агни или на других ваших мидеров, если чувствуете, что лайфстил вам необходим. Он может оказаться эффективным. Начнем мы с Mage Blessing плюс Tiny Trinket. Как обычно, собираем Shoes of Mage, далее Bancroft of Tylon, Spear of the Magus, Typhon Funk, Soul Gem и Spear of Desolation. Эта сборка имеет два основных пика мощности. Первая приходит, когда вы заканчиваете Bancroft Tylon, а вторая приходит, когда вы заканчиваете Typhon Funk. Далее билд для магов со способностью исцеления. Боги, такие как Чанга, Афродита и Хель, нуждаются в силе, чтобы быть эффективными. Но им также нужны дополнительные статистические данные, о которых обычно не беспокоятся традиционные маги. Итак, начинаем мы с Mage Blessing плюс Lost Artifact. Далее Shoes of Focus, Chronos Pedant, Spear of Desolation, Rope of Asclepius, Ethereal Staff и Obsidian Shard. Эта сборка ориентирована на сочетание мощности и восстановления кулдауна, но вы можете легко заменить предметы, такие как Ethereal Staff или Obsidian Shard, на предметы жизнедеятельности, такие как Spirit Rope или Guardian Genji. Как хиллер, оставаться в живых – это самая важная вещь, которую вы можете предоставить вашей команде, поэтому имейте в виду, когда вы выбираете какие-либо предметы для вашего хиллера. Если вы играете не хиллером, например Янусом или Нокс, вы можете заменить Rot of Asclepius на Soul River или Soul Gem, чтобы увеличить ваш урон, к примеру. Когда вы начнете изучать среднюю линию в пятом сезоне, эти билды на магов должны помочь вам доминировать, вне зависимости от того, какого мага вы выбираете. Ну а на этом мое короткое видео заканчивается, друзья. Спасибо за просмотр, я рад, что вы приходите и смотрите. Следите за моими новостями в моей группе ВК. Всем спасибо, всем пока.